Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Кэлдев, и сегодня я покажу вам, как я играл с господином. Ну ладно, поехали. Так, гора. Возможно, кто-то сейчас тоже об этом не знает, но из-за Ладно, не успею поздороваться. Играем с господином. Человек, если впервые зашел, откуда он может знать? Он только может это где-то увидеть, либо на своем опыте понять. Вот псина. Я его драл. Давай. Он конвертики поднимает и идет в сторону лачуги. Ну, гибель Франклина. Хорош. Нет, к нам идет. Хотя... Около трактора. Уведите его от угла мапы подальше. Мы тут чиним вместе с мэбушкой. Сюда что-то несет. Понятно. Короче, играем с господином, да. Уходи, забей. Хотя мы сейчас челика поднимем, наверное. Так. Надо не лоханить. Ну, гибель Франклина работает, да. Увидел фонари, увидел. О, конвертик. Не заводи. Подберем. Плохое решение, иначе он будет кемпить 2 гена. Потому что у нас в углу там начатый. И он хочет его защитить, походу. Так, генератор. Плюс убить с выпадом. Так, щал бежит. Это, наверное, сложно. Ну, пинхед сам по себе непростой. То есть, за него, чтобы хорошо кидать цепи, тебе нужно, вот когда ты КМ-ку нажимаешь, кидать их прямо в сурва. То есть, если так, ты по КМ-ку изначально прямо в сурва направишь, то вот ты болтливый, почти что наверняка не промахнешься. Если ты будешь выстреливать цепью на расстоянии где-то 4 метра и больше, то, скорее всего, ты скосишь. Не так просто попасть, потому что... хитбокс меньше, чем у топориков Ани, 100%. Так, все прошел. Давай, иди. Мне кажется, шутка с выпадом немного затянулась. А, хуритец, здорово. Что теперь можешь чинить? Конечно, не. Сижу нельзя, усатый, чинить, волосатый. Нельзя. 100% попрёс. Здесь уже починю. Ну, я как сейчас, как профессионал сделал, на самом деле. В скобочках нет. Вот там зомби достает. Я так хотел ему дать старт. Я нахрен отсюда пойду. Для того, чтобы чувак перетянулся, что в итоге я накосячил. Эйс, там где-то недалеко, где ты бегаешь, чуваки заводили леген. Там довольно теплый. А, тут палятку дропали. Да это он так шутит, ёжик. Это шуточка. Промахнулся. Ненавижу зомби вообще. Сюда ген. Все, ты иди снимай с себя болезнь. Я пойду дочиню ген. У Майка он опять стадии. Точно такой же. Хорош. Почему-то некоторые люди думают, то, что Майкл на третьей стадии быстрее ходит и дальше бьет. Но по факту у него быстрее только перешагивание объектов. И все. Че там полегко одну майсть? Не, хорош. Спринт и орешек самый полезный. Ненавижу зомби. Блин, а он за мной погнался. Хорош, чел. А почему мне подсвечивается открытый сундук? Это что за прикол? Это новый баг, что ли, подъехал? А, типа, потому что там вакцина чья-то валяется. Ну, давайте я ее заюзаю. Чёрт. Я забыл, что я подключил новую проверку реакции. Ведьма еще актуален. У нее 3 тотема. Какой ты имеешь в виду? А в связке с несмертью любой из них актуален. Но наиболее эффективный — это погибель. Че, идет спасать, да, господина. По 12. Давай, снимай. Хорош. И сразу сундучок полез открывать. Там все палеты поврезает. Только непонятно, зачем он их ногой ломает, если у него есть вторая фаза. Он способен их обилкой уничтожать. Скобек с ним. С ним, со спринтом?
А, городское бегство. Я почему-то перепутал с этим. Как он называется? С гибкостью. Так, дедуля, иди спасай. Так, окей. Сейвсом дочиним. Потом я его полечу. Все, остается последний ген. Надеюсь, то, что треугольник мы ему не оставим, потому что вроде бы мы с той стороны тоже чинили. Мейн я завел. По сути, должно быть два гена там. И, наверное, один еще где-то тут. Самое главное, что треугольника не было, потому что для него не составит труда быстро выломать все палеты, и тогда нам будет тяжело. Два гена минимум со стороны лачуги, он просто ходит вокруг них и контролит пока что. Идет в сторону мейна, туда, где повешен. Понятно. Филлер бро, салют. Здравствуй. Подожди, сейчас за мэк. Все, понятно. Гибкость прокат сложно, как и ловко, ибо не всегда есть окно или возвышенность. Да нет, на самом деле, скинуть палету и прыгнуть через нее, либо в окно нырнуть, это довольно-таки простая задача. Гибкость можно как и спринт оставлять на 99%. Многие об этом не задумываются, но тоже так же работает. То есть экономишь до нужного момента, бегаешь на шифте и на 99% откатываешь. А потом, когда тебе нужно заюзать, откатываешь на 100% и прыгаешь в окно. Но это сложнее, чем со спринтом. Ай! Да. Если будет на Е, то я заруинил. Из... Не, хорош. Чё? На Е, да нет. А, не забагалось. Спасай, спасай. Да. У меня выход около лачуги замакшен. Можете сидеть. Я пойду в обход. Я просто пойду в обход. Я готов давать спинку, могу даже упасть за кого-нибудь, потому что у меня есть освобождение. Беги, кочуги, кочуги, беги просто, я тебе спинку дам. Ну, напрасно вот эти вот фокусы делаешь. Ты теперь можешь не успеть добежать. Скорее всего, не успеешь. А чё не пошел? Я так хорошо заблочил. Ну, чё, давай. Всё, фаришки. Он с кулака в стену впечатал, ты представляешь, насколько... Изикатка, изикатка просто. Чекни ещё Аньку в исполнении... Кокунута РТС, тоже на Твиче стримит, там летают не топоры, а пули из минигана по всей мэпе. Но здесь хобби, примерно то же самое. То есть, ну, я не исключаю то, что может быть есть и более жесткие ани, наверняка они есть. Сейчас подберу это. Просто, допустим, некоторые игроки из-за того или иного персонажа, они просто не стримят, но они играют чересчур хорошо и все знают про своего персонажа. Это художница. Просто мы о них можем не знать. Ща. Да, художница. Да блин, сними ты с себя это. Центр довольно пустоватый. Да там потушили. Ну, художница вроде бы явно поопытнее, чем та, что сегодня мне тоже попадалась. Но не такая уж попадалась. Блин, по мне попала. То есть, ну она что-то вроде бы понимает, но... От перетяжки, в принципе, легко обыгрывается. Чекай. Мне все-таки переиграла. Иди с ней. Я спасу, ребят, если она сейчас свалит отсюда. Не, меня другой человек спас. Хорош. А, вы уже спасли. Только это не помощь будет, наверное. Да. Она за щельком поднялась. Хотя, может, оторвусь. Если... Да, оторвался. Чиню геник там, где недалеко чувак упал. У меня почти что 50%. Да заводи, заводи, меня можно не хилить. А, это там, где я упал. Скажи мейнеров Они и Госту. С постфейсом могу тебе подсказать такого чувака SK. Если напомнишь после катки, я тебе скину никнейм в чат. Тоже зарубежный твичер. А вот мейнеров Они я не знаю жестких. Ну вот именно твичеров, стримеров. Так, плюс один тотем.
Вроде бы Медикс хорошо играет, но он не стримит. Ой, тупо мне попали. Ну давай, беги. Отогнать же надо этот ворон. Так, одна из лучших карт на ману это часовня. Очень маленькая и вообще мапа огонь. Нет, она не очень маленькая, но она приятная, согласен. То есть, блин, не сравнивая часовню с обычным кротоспреном, это просто небо и земля. Обычный кротоспрен чересчур обузный и бесячий для большинства. Да, типа, не орех. Время как часовня, ну, действительно, довольно приятно. Так, ребят, спасение мне оставьте, пожалуйста. Она сейчас пойдет тушить тотем, то есть я успею к этим шинам пройти. Да. И застелся. Блин, как она попала реально? Да. Прочекивает гены, отходите от генов, если ты что-нибудь сейчас. Тихо. Ну, почему нажимается? Так, все, пора. Иди на тотем полечись, на тотем иди. Пора полечи. Нет, она напрасно там осталась, там же тотем есть. Ладно, давайте я похилю, останься там, потому что она в сторону тотема побежала. Давай я тебя здесь полечу просто. Все, попытайся сейчас отыгрывать больше по стелсу, потому что тебе висеть больше нельзя. Если ты сдохнешь, то мы, скорее всего, все сольем. Понятно. Поэтому отыгрывай осторожно. Жалко, он не слышит, реально. Типа, мы вдвоем только можем говорить, а он нас не слышит. Не, я больше тут не останусь. Не успел немножко ослепить. Зря ты в спину так светишь. Бесполезная довольно затея. Уведи, уведи убийцу просто. Я сейчас позавожу, потом сниму. Только не слезай с крюка, повиси пока что. Было бы, конечно, профитно дать этот ген. Добавь мне после таски, друзья, еще потом поиграем. Окей. Я навряд ли буду играть. Ладно, хотя... я тогда сейчас сниму пока что. Давай, я снимаю, ты пока хилишься на тотеме, а я продолжаю чинить. Я нашел хороший ген. Но я не успею, боюсь, потому что она сейчас его повесит, потом сразу сюда птицу закинет однозначно. А, у нее еще секущий крюк, ну я понял. Блин, не, я вообще не буду чинить. Ну, я пока перетягиваюсь, думаю, должен успевать снять. Тяня, почини немного. Я спущу сколько. Нет, прям близко. Фух, промахнулась. Если она по мне попадет, меня сразу выберут. Она меня моментально откинет. Вижу, так она за господином бежит. А господин около меня. А, все, все, понятно, не упало. Мне почему-то показалось то, что там тоже была палета, когда я увидел то, что там пустота. Я понял то, что я опростоволосился немножечко. Я вообще билку не такой. Заводи, пожалуйста, не надо просто так бегать здесь. У меня инструменты есть, но я не хочу их терять. Ген прокидывает. Отойди от гена, отойди от гена. Блин, не знаю. Вот я не знаю, зачем ты бегаешь за мной. Вообще не понимаю. У меня есть осколок, у меня есть освобождение. Нет, у меня... Фух, она промахнулась. А я прям увидел, как она летит, успел. А по идее, если пригнуться, на тебя же не попадут эти вороны. Не успею. Нет, успел. Попадут, если я. Смотря как она, короче, поставит. Я мог не нажимать орешек, кстати. Я не знаю, каким образом она меня не заметила. Но, то есть, это было супер странно, поскольку вокруг меня летает целая куча птиц. Я, короче, даю еще один генератор. Я тоже тут. Поэтому я прожал орешек. Дал ген. Опа. Хорошо, вроде хотя бы починка пошла, и на том спасибо. Заряжает на гены. Кто там в углу чинит? Отойди сейчас от гена. Ну вы что-то какие-то непрофитные.
Вы информацию как будто бы вообще не слушаете. Блин, я слышу. Я слышу, но у меня же... У вас один ген в углу мапы довольно тёплый. Вообще играть. Наверное. И надо в центре ген уже мне надо аккуратно играть, потому что если меня попадут, похиль то... меня. Чуть не попали меня. Мне нельзя больше. И иди что-нибудь заведи, потому что ты всю катку просто ползаешь. Мне это непонятно. Ну что, я всю катку ползаю, я три гена дал. Алло. Ну, короче, аж не слышит. Я тебе сейчас укажу рукой, где есть ген начатый. Но она сейчас его, скорее всего, будет прокидывать. Вот, вот тут там вот, короче, ген есть. А, увидел, увидел. Так, она сейчас пойдет на другой ген. Я вижу оба гена, она простреливает его. Я как раз хотел этот ген пойти чинить, все. Она еще... Я... Все три гена, короче, с одной стороны мы оставили ей треугольник. Она пошла к этому гену. Ой-ой-ой. Мы оставили ей треугольничек. Но если мы сейчас просто поднатужимся и будем заводить разные гены, то, в принципе, мы законтролим. Фух, я успел в шкаф спрятаться, мне бы сейчас была полная хана. Продолжайте чинить разные гены, тогда мы сможем законтролить это. Блин, я просто уплываю по краю. Она за мной идет. Давайте, ребят, заводите, заводите. Я завожу, завожу. Я ж не могу, он же около меня прям ходит. Около людей бегает. У меня вообще генек на 50%. На 50% все, генек есть. Блин, чини, чел, я не знаю. Я чиню. Я на 70%. Я обязан давать притяг, я просто ее как можно дальше уведу. Если вы что-то заводите, то мы должны успевать. Я завожу, завожу, так что отвлекайте, попробуйте максимально отвлекать. Отвлекай, у меня инструменты еще есть. Я еще посмотрю, просто какой как ты ген заводишь. Нет смысла отвлекать, у меня уже все. 80%. Я нашел, где ты чинишь, я еще дам ген. Я еще помогу. Не надо, я уже дочинил. Хорошо. А, ты дочинил? Горячий, 99, все, 100. Все хорош. Блин, прям ворота, конечно. Я пойду открою. Мне кажется, у нее наед, она... Не боится досок вот этот соус совсем. Просто рашит их. Если рашит, то это хорошо. У меня фонарик на фул. Я немного ворот открою. Кажется, лачугу слить, я не хочу проверять наед. Открывай, если что, спину. Да-да-да, я успею. А наед, не? Не боишься наед? Два на 99, там еще этого господина спасать. Я боюсь, а. Не-не, на 99 откроем, и потом господин пойдем спасать. Оп. Да, все. Нам палит вроде бы и нет. Ну тогда, ну как ему указать, что ли, надо? Пальцем тыкать. Вот он. А там. Палеты если нет, наед, то я добегу до окошка. Надеюсь, пацаны, вы открывать. А, вы уже замаксили. Давайте да, спинку. Да. А, все, спинка. Где ему, чтобы спинку доставить? Да вот он бежит. Понадобится мне сейчас спинка, ребятки. Где он? Сейчас. Так, а чё? Выход иди открывай. Не открывай, нормально. Я вроде сделаю. Она меня потеряла немножко. Хотела перефейкать, либо забавить вас на другого, типа. Все, открываю. Все, изи. На самом деле, я думал, она больше минусов даст, но в конце... Отлично. Ух, хорошая получилась игра. Но качество видео довольно сильно хворает. Ну, я попытаюсь что-то сделать с этим. И все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.